Сериал «Великолепная пятерка», шестой сезон, 40-я серия. Анонс. 40-я серия выйдет 29 января на пятом канале в 21:25. 40-я серия «Старое золото». При странных обстоятельствах убита владелица частной арт-галереи Юлия Можаева. В убийстве подозревается ее бывший муж, директор частного охранного предприятия Илья Неверов. Его телефон не отвечает, местонахождение неизвестно. Да и само предприятие Неверова выглядит очень подозрительно. Оперативникам предстоит выяснить, мужчина скрывается от них, или же от своих коллег по охранному бизнесу.